Сегодняшний вечер мне более-менее ясен. Ну, если, конечно, на Бронной мне на голову свалится кирпич. Кирпич никогда ни с того ни с сего на голову не свалится. В частности, вам он ни в коем случае не угрожает. Уверяю вас. Вы умрете другой смертью. Может, скажете, какой? Охотно. Раз, два. Меркурий во втором доме. Луна ушла. Вечер 6, 7 несчастья. Вам отрежут голову. Кто? Враги? Интервенты? Нет. Русская женщина. Комсомолка. Но это маловероятно. Прошу меня извинить, но это так. Да, мне хотелось бы спросить вас, что вы собираетесь делать сегодня вечером, если это не секрет? Не секрет. Сейчас пойду к себе домой, на Садовую. А в 10 часов вечера в Масолите, в Московской ассоциации литераторов, где имею честь быть председателем, назначено на 10 часов заседание, и я буду на нем председательствовать. Нет. Этого быть никак не может. Почему? А потому что Аннушка уже купила подсолнечное масло. И не только купила, но даже и разлила. Так что заседание не состоится.